Скажите, за что были задержаны сотрудники полиции? При обыске нашли конопль. А с какой целью выращивали? Сам курю. С 81 года. В поселке Юрасово городского округа Воскресенск сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Воскресенска задержали 57-летнего жителя Рязанской области. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. При обыске на втором этаже дома, в котором временно проживал злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли картонные коробки, прозрачные ведра из полимерного материала, картонные сумки и бумажный сверток, в котором находилось зеленое вещество растительного происхождения. Задержанный ранее не привлекался, а семена конопли купил через интернет. А где выращивали? На улице, где пилить. А здесь на чердаке что находится? На чердаке рассада, помидоры делали, а потом пересаживали туда, в теплицу. Помидор, перец болгарский. Сотрудники полиции обнаружили несколько емкостей с коноплей. А какой вес примерно? Ну, не знаю, в коробках я не взвешивал, хотел выкинуть, там листья одни. А вот в ведерочках там, ну, грамм 400, наверное. Может, полкило. Ну, чисто для себя. Потому что почему так много, чтобы каждый год не сажать, решил посадить, чтобы надолго хватило мне. Ну, вот чисто для себя. Чисто сам курю. Согласно заключению эксперта, экспертно-криминалистического центра, изъятое содержимое является наркотическим средством из растения конопли марихуаной массой более 2 килограммов. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вы вину свою признаете? Полностью раскаиваюсь.